Хейл, гейс, вы Мишемики, и мы продолжаем родить игру Banana Hollow Kings. Я, короче, думаю, давайте в эту сторону пойдем, посмотрим, что здесь. А, это новые враги. Ладно, если так, то лучше идти там, где мы были. Блин, нам нужно все-таки как-то это сделать. Нам нужно грохнуть этого лорда. Единственный способ, как это можно сделать, ну, из потери хп, да, все такое, это бить над ним. Но дело в том, что он как бы прыгает и тоже нас атакует своей силой, атакой силой. Если он не будет прыгать, да, все окей. А так, увы. Увы, ничего не получится у нас. Ай. Можно еще, знаете, использовать свою силу именно... Силу. Ё-моё! Блин. И я запорол, да? Да? Именно так все и делается. Нужно просто проскальзывать через нее. Ой, бля. Я просто понимаю, что мне будет очень это долго все делать. Блин. Если б я тогда не тупанул с силой, может бы все и провернулось. Там есть сокращение пути где-то. Я думаю пойти посмотреть, может что-то сейчас все-таки найду. Это просто жесть. И вот это тоже жесть. Можно поставить, в принципе, ну, можно рискнуть поставить. Камешек, который, типа, дает 50% урона, но он может сломаться. Есть такой вариант событий. Я еще не отхилился, класс. Люблю хил. Обожаю хилы. Просто... Муа. И главное, что другого пути нельзя наверх найти. Поехали. Так, два удара есть.
3. Раз. Два. Раз. Раз. У меня хила нету. Класс, 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 класс. Ладно, рискну. Сколько он стоит? Так. Этот амулет очень хрупкий, сломается при смерти владельца. Хрупкое сердце, жадности. Так, этот амулет позволяет носителю забирать больше гиос, увеличивает здоровье носителя, позволяет выдержать больше урона. Дает носителю больше силы. Ага, на расстоянии больше. Давайте уберем тогда мы с вами вот эту. Поры. И поставим дамаг. Я попробую сначала на этом. Два удара, все нормально. Пойдемте. По идее, на 50% у меня урон поднялся. Все равно долго. Я поставлю все кольца. Я буду все эти кольца ставить сейчас. Пока я его не убью. Только я не знаю, конечно, где их чинить нужно. Не, как бы знаешь, что их можно чинить. Ну где? Это уже другой вопрос. Вот так, где их чинить, это уже другой вопрос. Ой, блин, 10 минут будем эту тварь убивать, чувствую я. Быстро это все делается. Делается все быстро, однако. Но убивать с двух ударов, хорошо. А, это части жука. Проев. А, то есть меня хоть так оцеит. Ha!
казни. Блин, ты что, умерла? Не, серьезно? Она мертва? И что, мы типа ничего не скажем? Ладно, тогда я скажу. Ты была храбра на самом-то деле. Блин. Ты была храбра на самом-то деле. Ты шла по хорошему пути. Ты боялась, но ты справилась с этим страхом. Ты одолела эту тварь. Эх. Так, а теперь мне главное не сдохнуть. Ясно. Войти. Войти. Хил, лавочка. Не. В таких моментах не предусматривается. Еще одного босса я не выдержу. Слушать. Ох, оно здесь. Далеко же оно зашло в поисках меня. Нужна ли ему моя помощь? Или же дорога привела его случайно в столь важное место? Истина. Истина то, что тебя ждали. Что тебя ждала. Или ждали, ладно, ждали. Нет, скажу это иначе. Истина, то, что ждали подобного тебе. У меня есть дар, который я берегу давны для подобного тебе. Часть целого. И есть часть станет целым. Ты обретешь великую силу, силу, которая пригодится на твоем пути. Получен белый череп. А что это за череп у тебя? Вижу, тебе довелось встретиться с рожденным рожденным дитя. Оно опасное, противник, сильное тело и остро умом. И так похоже на твою мать. Хоть оно провели вместе так мало времени, хотя бы не провели так мало времени, я никогда не была против интрижек черва. Честно, я даже питаю к ней родственные чувства. Если наши пути когда-нибудь сойдутся, уверена, ты обретешь в ее лице сильного союзника. Мерма. Своими корнями явно чувствую я. Ясно чувствую я, как слабеет сосуд. В том нет сомнения, и есть только два пути. Первый путь – упадок, что ныне кажется неизбежным. Разум многих будет принесен в жертву этой глубинной чуме. Второй же путь – подмена, и к этому хочу тебе склонить. Умоляю тебя, захвати сосуд, полагая на его силу, было ошибкой. Мысли в ней затаившаяся погибала его. Но ты иное, свободное от всех предсудков. Ты сможешь удерживать ту тварь внутри. Хочу тебе предупредить, хоть сам сосуд и слаб снаружи, его питает сила изнутри. Чтобы заменить сосуд, нужно самому обладать надежной силой. Перед этим боем советую хорошо подготовиться. Готовься хорошо, но не медли. Если сосуд разобьется раньше времени, наружу вырвется чума неумолимой ярости и мощи, скопившейся за множество веков в цепях. Так, все это было. Так, и все, да, у нас ничего нету больше. Так, я там, короче, малявку слышал по звукам. Нужно найти малявку. Куда мне идти? А ну, зайти. Выйти. Значит, он где-то тут, да, с этой стороны. С помощью этой фигни я могу туда попасть. А где он? Может он быть там на самом верху ведь?
Или может. Вот он где-то там орёт. И он меня точно слышит. О, слушать. О, как славно это было. Истинная битва могущих воинов. Какой накал, какая страсть. Право дело, на лучшие битвы я не могла надеяться. Спасибо, что помог, дружок. Поражаюсь доблести для такого мальца. Мы встретимся снова, я уверена. Да. Скоро уже пойду. Ну, Ла ждет, да, и тут я все дело закончила. Просто хочу немного посмаковать момент. Скоро я уже пойду. Ладно, давайте я, короче, покою. Чтоб ты не мучилась. Так, окей. А вот теперь можно и пойти на обход. Посмотреть, что с другой стороны. Ауч. Да, туда было легко идти, а обратно не очень. Издевайтесь, я сейчас еще сдохну. Ой, божечки, божечки, кошечки. Пойдемте. Раз, хил. Так, теперь мы... Вау, 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 вау. Ой, не-не-не, мне сдыхать нельзя, стоять. Мне сдыхать вообще нельзя, мне нужно пойти поменять комбинацию, а то я сейчас камешек себе сломаю. Камень ломать нельзя, ни в коем случае. А, точно, я же тебя не вижу на карте. У меня ж компаса нету компаса. Нету компаса. Или можно вниз пойти здесь. Тоже ж есть проход. Так, все, поехали. Это снимаем. Так, у меня споры стояли. Бабочка. Компас. Ага, все. Так, наверху есть проход, вниз есть проход. Можно сбегать вниз. Погнали вниз. Так, отлично. Так, ниши. Понятно, тропинка, ладно, пойдем ниже.
А, да, я здесь был, все. Если я был, я это помню. Ладно, пойдемте на выход. Так, денежка. Еще денежка. Денежек много не бывает. Я не заметил шипов. Я искал кусты с деньгами. Почти попал. Карта обновлена. Так, погнали. Так, 2600 у меня. 2600, на что можно потратить? На много что, да? Пойдемте, короче, на нижний сразу участок. Здесь у меня тоже, да, есть проход? Нету. Ага. Опасное место. Здесь покоятся дети предателя. Но я что-то его не встретил, когда шел сюда, как бы. Ауч. Я его не встретил, пока сюда шел. Так, здесь эти прыгуны, да, сраные ведь. Вау, маска какая. Какой-то один из боссов. Зараза. Зараза. А вот где ты орал. А вот и обход, оказывается, был. Так, сраный богомол. Много сраных богомолов. Так, там что-то валяется. Печать Холнеста. О, денежка. Так, еще, да, до хера их. Их до хера. Ладно, погнали вниз. О, черт.
Окей. Слушать. Один за один они наконец закрыли глаза, я чувствую, как нас находит теплое безмолвие. Извини, что испугал тебя. Мы всегда были под твоей защитой, даже когда не видели тебя. Пожалуйста, забери нас туда, где свет не будет мучить нас. И вместо без грез. Прошу. Окей. Воу-воу-воу-воу! Не, это легкий босс. Все. Слушать, защитница Горни и Листа, мы чтим тебе. Еще 300? О, 1003, короче, 150 дали за нее. О, а вот и путь. Да, автомат заюзать. Это какой я путь открыл? Где хотя бы? Ага, он закрыт и был. Он будет закрыт. Давайте я здесь пойду. А, сюда только можно было одним, да, путем попасть. Отличненько. Здесь тоже ничего нету. Да. Ну, ладно. А ну-ка, что здесь? Подождем вместе, стар... Странник, поиграем вместе. В принципе, мы можем сейчас отправиться куда я хотел. Только у нас осталось тут время, в принципе. Да, поехали. Да, вряд ли нас там кто-то встретит, но на гвозди все равно стоит посмотреть. Одно твое слово, и я мгновенно отмечу тебя туда. Я всю карту открыл. Подожди, гнездо рогачей. О, это все место, значит, я всю локацию открыл. Ништяк. Давай, короче, землю покоения, а потом я с тобой поеду, куда ты хочешь. Или не, давайте мы поедем туда в следующей серии. В город рогачей этих. Город рогачей. Город рогачей. А, гвоздоносец-то вернулся, такая взгляд. Гвоздь грез сияет ярко, в нем уже более 1200 сущностей. Выглядит в не... Так, стою, глядываюсь в него. И так много воспоминаний, смотрю на меня в ответ. Смотрят на меня в ответ, умоляют помнить их. Никто не живет вечно, и потому мы просим тех, кто выживет, помнить нас. О чем ты помнишь, всегда с тобой, но стоит это забыть, и вот канула в вечность. Вот такая смерть страшна. И во что только и во что не верят. Не хватает об этом, возьми этот сувенир и возвращайся с 1500 душ. У-у-у, иди же. Еще одно загадочное яйцо, которое нам дали, которое стоит довольно много. А, давайте, короче, отдыхаем на стульчике. И закончим на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.